Доброе утро, друзья. Вот люди едут на пляж Кавацати, ждут вагончика. Но мы вагончика не ждем, пристегиваем ремни. Так, пешеходы пропускаем. Пропускаем, движемся по улице Республиканская, страда. Вот здесь новый супермаркет, называется Созопол. Сюда не заходите, здесь все очень дорого. А рядышком нормальный супермаркет, называется Болеро, сеть супермаркетов Болеро, где нормальные цены, приемлемые, все, Болеро. Это у нас тут лежачий полицейский. Оп, оп, оп. Так, здесь вот с левой стороны гостиница «Флагман», в которой предлагаются обеды all-inclusive по 10 левов с человека. Не советуем вам туда ходить, мясо пережарено по 10 раз, 10 левов выброшено на ветер. Проверено на себе. Здесь вот шикарные отели идут, но, естественно, тоже с таким же левым питанием. Стадион прекрасный, прекрасный стадион, где проходят, наверное, проходят спортивные состязания. Футбольные, наверное, состязания. Движемся дальше. Здесь у нас тоже вот маленькие такие отельчики. И вот приближаемся к месту, где продаются дрова. Дрова — это очень нужная вещь, потому что без дров, ну куда сейчас без дров? Как говорится, за дровами в лес. Автомойка. Автомивка. Автомивка. Все, едем на этот самый? На Мальдивы. Как? Богдан, ты куда хочешь? Как решите, так и будет. Райский наш трасса. Просто завтра едем на то, да? Да. Вы еще лежите на Райский залив, да? Да. Едем, едем. А что так медленно? А, лошадка. Лошадочка впереди, поэтому мы так медленно. Солнышко выглядывает. Ура! Два дня сидеть дома, не страшно. Пешеходный переход, да. Сейчас мы дорвемся до природы.